Добрый день, меня зовут Данил, с вами команда «Неаполь», и сегодня мы расскажем про уютную квартиру-студию, готовую для жизни. Людей встречают по одежке, а жилой комплекс «Раз, два, три» встречает нас своим качественным ландшафтным дизайном. Честно, всего несколько ЖК могут похвастаться такой придомовой территорией, что является хорошим бонусом при покупке данной квартиры. А именно, подземный паркинг, две большие детские площадки с тренажерами, футбольное баскетбольное поле, зона барбекю и теннисный корт. Я ни разу не играл в большой теннис, а здесь он в вашем распоряжении 24/7. Жить тут не только комфортно, но и безопасно. Комплекс расположен вдали от Анапского шоссе. На территории есть два детских садика, видеонаблюдение. Супермаркеты и магазины находятся в шаговой доступности, а до школы ехать всего лишь 5 минут. Ближайший пляж расположен в 10 минутах езды, до аэропорта и железнодорожного вокзала около 20-30 минут. Три высокоскоростных лифта. Общая площадь квартиры составляет 35 квадратных метров, отдельная кухонная ниша. Вся необходимая бытовая техника сразу встроена, посудомоечная машина, встроенный холодильник, духовой шкаф. Отодвинем рабочее место, индукционная плита, вытяжка, кухонные шкафчики все на доводчиках, для того, чтобы вы их могли отпускать. И небольшой бонус. Остается все необходимое для жизни новому хозяину. А спальная зона отделена декоративными шторами. Здесь большой ортопедический матрас. Чувствую, как прям позвоночник выпрямляется. Есть большой домашний кинотеатр. Отличный комод, в котором можно расположить все необходимые вещи. И здесь есть дополнительные розетки под выводы для дополнительной рабочей зоны. То есть, если вдруг у вас нет детей, проживает один человек, то дополнительное рабочее место можно будет организовать здесь. Балкон с панорамным остеклением, с теплыми полами, рабочей зоной и видом на начало Кавказских гор. Все обои под покраску, поэтому если вдруг нужно будет в дальнейшем поменять дизайн-проект, никаких проблем с этим не возникнет. На полу ламинат из дуба, теплые полы сделаны в коридоре, и давайте посмотрим санузел. Большой совмещенный санузел, есть все необходимое, счетчики аккуратно спрятаны за плиткой. Полотенцесушитель, большая ванна, стиральная машина, ну и, в принципе, все, что нужно для комфортной жизни. На этаже в подъезде над квартирой стоит видеонаблюдение, большой двухкамерный шкаф-купе и в холодное время суток можно и в коридоре включить теплые полы. Узнать дополнительные подробности можно по номеру телефона. Это та квартира, в которую вы можете прийти со своими тапочками, и все необходимое будет здесь, экономя драгоценное время. Цену вы сможете найти в описании. До встречи в Анапе!